Мы живем сейчас в час, когда Бог поднимает Гедеонову армию. Что кажется, что нас так мало, но Господь дает нам стратегию, которая принесет победу. И эта стратегия, она находится в истории Гедеоновой армии, когда они сокрушили эти сосуды глиняные. И свет привел в страх этих врагов медианитян. И у нас несется внутри этот образ Христа, этот свет. Вот его глаза в нас. Это глаза, горящие огнем. И когда с этого столпа огня он смотрел на фараона и армию, то все были в страхе. И это разогнало их армию и дало победу Божьему народу. И это снова происходит с нами. Мы и есть сейчас эти вот глиняные сокрушенные сосуды. И мы открываем вот эти горящие глаза Бога, которые раскидают врага. Мы должны его глаза явить, и его звук, его голоса, его рык явить. Мы должны высвободить дыхание Бога, пророчествовать руах Бога, который принесет эти кости сухие вместе. Это тот час, в котором мы живем. И есть сейчас армия, остаток. И ты его часть, и я ее часть. И у нас будет победа.